Популист Абзал Достияров участвовал в парламентских выборах в качестве самовыдвиженца от избирательного округа номер 4 города Алматы. Мен Достияр Абзал Омарулы Алматы қаласының 4-ші сайлау округінен парламент мәжілісіне депутаттыққа үміткер ретінде додаға түсіп жатырмын. Однако в силу своей непопулярности Абзал не смог провести хорошую агиткампанию. Өткен жолы сайлаудың сайқымазақ болып өтетінін алдын ала айттық. Да. Формально он распространял листовки, однако Абзал забыл учесть, что надо проводить живые встречи с избирателями. Видимо, в силу своего бычьего характера, он побоялся, что по привычке начнет драться, а не говорить с людьми. По итогу проигравший Абзал продолжает оспаривать результаты выборов. При этом даже в упор не замечая, что у него нет реальных сторонников.